Всем привет! Сегодня мы открываем баланс. Ку-ку. Сегодня, Аришка, сегодня мы с тобой поиграем в такую интересную игру, называется баланс. Да? У кого? Или у меня, или у тебя, чтобы больше удержалось вот этих фишечек, да? Так, ну что, открываем вот такая игра. Стоп. Что? До раздавил башню, тот проиграл. Ну, конечно. У кого держится, конечно, тот проиграл. Конечно. Тут кто, называется, кто может продержаться до последнего. Игра от 5 лет, 5 с плюсом тут написано. Думаю, что мы с тобой должны справиться, да, Ришка? Тебе сколько лет? 4. 4 с половинкой, да? Поэтому наверняка у нас с тобой получится. О, открываем. Ничего больше нету, да? А тут что? Смотри. Так. Достать надо это. Такое игровое поле. Вот тут еще есть фишечки. Так, это нам нужно собрать. Палочка. Палочка, это вот нужно собрать. Сейчас мы соберем. А кубики. Вот. Вот стоит наш баланс. Смотри, какое деревце. И вот такие у нас фишечки. Тут можно, да, тут можно играть. Сколько тут цветов? Оранжевый, фиолетовый, желтый и розовый. Можно играть вчетвером. Да. А есть и кубик. Вот кубик. Я тебе рассказываю суть игры. Мы с тобой по очереди ходим, по очереди кидаем вот этот кубик. Если, например, нам выпадает число 2, значит, я беру свою фишечку и ставлю на второе игровое поле. Понятно? Если тебе там 4, ты на четвертое ставишь, я тебе буду подсказывать, где эти поля. Там все пронумеровано. А если выпадает число 6, то ты ставишь куда хочешь. На любое. 6? Нет, ну тут только 5 полей, поэтому ты ставишь на любое. У кого первого завалится все это поле, все вот эти фишечки, тот и проиграл, да? Смотри, тут есть у нас вот 4 цвета. Вот такие красивые фишечки, яркие. Каким цветом ты будешь играть, Арина? Или выберешь, выберешь закрытыми глазами? Какой попадется, такой попадет. Как хочешь. Закрытыми глазами? Так, выбирай. Тебе странным образом попалась розовая. Хорошо, бери все себе розовые фишки. Выбирай все розовые. Так. Так, первый ход у нас за Ариной. Арина, кидай кубик. Оп, единичка. Ставишь на единичку. Так, следующий ход мой. У меня 3. Я ставлю на троечку. Вот. Ты ходи. Кидай сюда. Так. 4. У тебя 4. Смотри, 4 это вот тут 2, тут 2, тут 2. Куда ставишь? Нет. Да, правильно. Это 4 уровень. Так, у меня 6. Когда 6, ставят куда хотят. Я хочу на тройку поставить. Ты ходи. Давай, ты что, загадываешь какой-то уровень? Ходи, Аришка, кидай. Давай, кидай. 3, у тебя троечка, бери. Стоп, я это было. Ну давай, попала тебе еще тройка, что поделаешь. Вот третий этаж весь. Вот, молодец, правильно, Ариш. У меня единичка. Я ставлю сверху твоей. Единичка, ты ходи. Кто-то съедает. Давай, да, съедает фишечка, давай. 6. Поскольку у тебя шестерка, ты ставишь куда захочешь. Ставь. Ну, ставь. Хорошо, я теперь хожу. У меня тоже 6 выпало. Я тоже ставлю куда хочу. Так, ты ходи. Ну, давай только быстрее, а то сильно долго игра тянется. 3. На третий уровень ставь. На любое место, где третий уровень у нас. Ну, вообще, куда хочешь, в принципе, ты можешь ставить. Отлично. Даже можешь одну на одну ставить. Такое тоже можно. Можно мою поставить. 4. 4. Хорошо, я попробую так поставить. На твою. Сверху. Так тоже можно. Правила меня запрещают. Съедай. Давай, ходи. Твой ход. Ну то, выбрасываешь. Тройка. Ставь на троечку. На третьем этаже любое. Даже можешь сверху моих ставить фишек. Так можно. Нет, только это четвертый. Третий, вот этаж третий. Нет. Третий это вот. Ты хочешь на мою поставить? Арина, отлично. Съедаю. Ну съедаешь. Не вижу, как уже перекосила наш баланс. Интересно.
Так, четвертый уровень. Хорошо, четвертый. Я поставлю вот сюда. Оп, твой ход. Ходи. Аккуратно, чтобы ты не растолкал и сразу... Что там? Троечка. Опять на троечку ставишь. На любой третий уровень. Вот. Куда захочешь. Хорошо. Подходит. Следующая я. Четыре. Опять на четвертый. Да, опять на четвертый уровень. Ну что, будем рисковать? Ставим сюда. Ты же побьешь себя. Опа, смотри, почти-почти перекосилась, но еще нет. Давай. Твой ход. У нас осталось уже по 5 фишек. Не так уж и много. Давай, ходи, Иришка. 5. Опять знаешь где? Вот 5, вот 5, вот 5 и вот 5. Выбирай, куда поставить. На куда ты ставишь 5? Теперь мой ход. 2. 2. Но я буду рисковать, буду ставить сюда. Оп, еще на эту сторону. Ты ходи. 3. Вот третий сектор. Пожалуйста, выбирай, куда хочешь, туда и ставь. Ну что? Молодец! Ты видишь, ты хочешь опять баланс, да, сделать, чтобы ничего не упало. Молодец, балансировать хочешь. 2. 2. А я буду тебе специально делать такие задания, наоборот, усугублять. А, я твоей Марины, извиняюсь, взяла твою фишечку. Извините, ошиблась. Ты ходи, твой ход. Кидаем. 6. Ты ставишь, куда захочешь. Молодец. Хорошо. Так, я хожу. 6. У меня тоже 6. Ну что, Алина, буду тебе делать такие провокационные. Поставлю на 4 уровень. Вот сюда. Смотри, как уже перекосилась наша башня. А ну, сможешь исправить или нет? 3. На 3 сектор. Это 2. 3 это вот. Это 4. Раз. Правильно. Ну ты правильно ставишь, ставь аккуратно. Ты вернулся. Давай, я тебе помогаю, но ты не балансируешь, ты еще усугубляешь задачку. Мой ход. У меня 6. Отлично. Я ставлю куда хочу. Ну что, завалить всю нашу башню или нет? Ставлю куда хочу. Ну давай я поставлю на. Оп, на Арину, троечку. Давай, у нас осталось по одной фишке. Ну что, завалим эту башню или нет с тобой? 2. Молодец, ну сейчас уже все поедет. Сейчас мой ход, и интересно, моя фишка сыграет свою роль? Нет, 1. Смотри, давай я предлагаю еще взять фишек. Доиграем. Интересно же завалить эту башню, давай. Ты будешь оранжевыми, а я буду фиолетовыми, хорошо? Просто интересно, как сможет она упасть? Так, у тебя 2. Второе поле, это вот где-то здесь. Ставим на второе, молодец. Ну все, вот ты, Аришка, и завалила. Правда, рукой? Ну ничего страшного. Видишь, даже не понадобилось фишку ставить. Ну, я думаю, что если бы ты ее поставила, все равно бы там все упало. Победила у нас ничья, дружба, да? Мы вместе завалили эту игру, этот баланс. Но очень интересная и увлекательная игра, правда? Требует такого терпения, чтобы аккуратненько все ставить. Давай построим башню. Понравилась игра? Всем пока-пока, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк.